Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я решил поделиться с вами новыми творениями. В основном все это изготовлено в технике Viking Knit. Начнем вот с этого браслетика. Здесь вот использовано плетение Viking Knit с тонкой проволоки, плотное очень плетение. Об этом плетении я рассказывал в своем курсе. Ссылочку на курс можете посмотреть в правом верхнем углу. Есть такая новинка на канале YouTube. Кругленький значочек, там подсказочки. Не пугайтесь, это не ловушка. Там просто появятся окошки с картинками, по которым вы можете выбрать и перейти на мои сайты, интернет-магазин, и там есть курс Viking Knit, можете посмотреть. При желании можете приобрести. Здесь я еще вставил чечевичку из полимерной глины. Ну, вот такой браслетик получился. Сначала я его планировал сделать вообще без ничего, просто один замочек вставить. Ну, как вариант, он у меня так и остался. Следующее. Вот сделал я такую мощную цепь. Это из толстой проволоки. Тоже техника Viking Knit. Здесь, в принципе, все понятно. Концевички. Единственная здесь фишечка. Это, то есть, идет, кто смотрел мои уроки, протяжка здесь неравномерная. То есть идет с тонкого на утолщение, середина у нас толстенькая и опять здесь тонкая. Есть здесь некоторая хитрость. Подумайте, может, сами что-то и придумаете. Хитрю, сразу говорю. Сюда я планирую, ну, не этот именно кабошон, а плиту тоже проволокой желтой, не знаю, цвет золота. Трудно сказать, что цвет золота, но желтый. Тяжелый здесь, конечно, просится кабошончик побольше такой. Не тяжелый не весом, а тяжелый визуально, чтобы выглядело. И тогда, я думаю, будет замечательный комплектик. Вот это вы, наверное, уже помните. Мы когда-то делали сердечко, только мы делали вот такое. Здесь я просто сделал под вот эту тоненькую цепь, тоже изготовленную в технике Viking Knit. Здесь тонкая проволока. Сама цепь тоже по диаметру тоненькая. Она, наверное, где-то миллиметров, ой-ой-ой, миллиметров 5, наверное, диаметр. Ну и чтобы цепь соответствовала, кулон соответствовал, естественно, цепи, я добавил сюда именно вот этот малиновый цвет. Тонкой проволокой оплел. Здесь у нас одна медь идет, а здесь вот я делал таким образом. Для сравнения, так вот видно. Пойдем дальше. Этому кулончику, один кулончик у меня уже ушел по заказу. Этот тоже меня попросили как-то на что-то пристроить. И вот я решил его пристроить на вот такую основу. Вот так это будет выглядеть. Это кожаный шнур, плетеный, с ленты. Я его не плел, сразу скажу, это он в готовом виде такой был. Жесткий довольно-таки шнур. Я такой применял на браслеты. Вот пришла идейка делать вот именно таким образом. Держит форму, он не провисает, это легенькое. И в этом есть своя изюминка. Здесь я столкнулся с небольшой трудностью именно у меня. Почему, объясню и как раз расскажу вам
еще раз, который раз расскажу про концевики. В основном концевики делятся на вид такой, можно назвать его видом с отверстиями. Вот такие. То есть мы с вами уже делали, вставляли проволочку, делали колечко. Есть зажимные, так называемые, вот этот, пружинка одевается, кончик зажимается, то есть зацепиться можно за кожу. Зацепить сложно, но тоже можно, в общем-то. Ну и вот такие крокодильчики, это они для больше для лен, но можно делать еще наборочные. Потом я покажу, у меня сделанный где-то браслетик, то есть он многослойный. Идет ряд: плетеная кожа, просто кожа, кусочек цепи. И все это я вот одним этим зажимал. Это тоже как-нибудь покажу вам. И есть вот такие концевичочки. Они уже с ушком. То есть сюда, как правило, они не зажимные. Как правило, сюда надо цеплять на клей. Все это дело. К сожалению, к этому у меня не нашлось ни подходящего мне концевика. И что я делал? По своей конструкции, конечно, лучше здесь цеплять на клей. И потому я сюда здесь ставил просто пин. Внутрь его сюда вставил. Делал колечко и уже на клей его посадил. Вот таким образом, можно сказать, я вывернулся. Вот что я сегодня вам хотел показать. Еще раз подчеркнуть многогранность техники Viking Knit. Вроде всего одна петелька, а сколько всего можно из него делать. Есть желание, приобретайте мой курс. Нажимайте в правом верхнем углу кнопочку. Знакомьтесь. На этом все. Всем пока.